Образовательный проект Академии развития моногородов стартовал в Екатеринбурге. В рамках события пройдет серия семинаров для представителей из 37 муниципальных образований со всего Уральского федерального округа. Место проведения, отмечают организаторы, было выбрано не случайно. Мы обсуждали с Орловым Алексеем Валерьевичем вот, в Питере и с губернатором эту программу, это мероприятие, и все-таки остановились на этой площадке. У нас здесь активные мэры и Челябинской области, и Свердловской области. Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова отметила, регион уделяет большое внимание вопросу развития моногородов. В частности, на инфраструктурные проекты муниципалитетов расходуются более 40% средств госпрограмм. А подобные образовательные мероприятия помогут получить новые знания и идеи. Я надеюсь, что по результатам сегодняшнего семинара, конференции, многие руководители моногородов получат как раз новый импульс в развитии своих территорий. В рамках Академии развития моногородов, уточнили в Департаменте информполитики региона, ее участники получат новую информацию о проектном управлении, способах повышения качества городской среды и инструментах для продвижения своих территорий.